Алоха, друзья! С вами бывалый путешественник Андрей. Сегодня мы находимся в аэропорту Борисполь, в городе Киев. Зачем? Для того, чтобы проинспектировать рейсы международных авиалиний Украины в Рим. Ну что, погнали инспектировать! После того, как вы прошли контроль безопасности, там, где вас заставляют снимать часы, ремни, доставать свои ноутбуки, стоять, нужно обязательно зарегистрироваться, если вы не зарегистрировались, онлайн. Да? Я рекомендую регистрироваться онлайн, потому что это экономит ваши деньги, вы точно имеете место на борту. А еще, если у вас только ручная кладь, можете спокойно себе прямиком идти на посадку. В принципе, на регистрацию не надо. Если же вы не зарегистрировались онлайн, то тогда уж точно, ребята, нужно чего делать? Нужно идти регистрироваться. Так вот, пойдем проверим, как это устроено у авиакомпании МАУ. На самом деле у них порядка 20 стоек регистрации. Есть отдельные стойки регистрации для обычных пассажиров эконом-класса, есть стойки регистрации для пассажиров бизнес-класса и тех, кто держит карточку Панорама Премиум. Я, в принципе, являюсь держателем карты Панорама Премиум. Мне повезло, у меня есть дополнительные плюшки. И мне не нужно будет стоять вот в этой вот огромной очереди вместе со всеми людьми по 40 минут и начинать свое путешествие с того, что я не могу сдать свой багаж, быстро пойти чего-то выпить, покушать и вообще просто ответить на пару имейлов. Уважаемые пассажиры бизнес-класса, вам разрешается взять аж 12 килограмм в вашей ручной клади вместо 7 килограмм, как для эконома. Если вы не распечатали свой посадочный талон и не взяли его с собой в аэропорт, а также не сохранили его в своем мобильном, вас заставят заплатить 10 евро прямо на стойке регистрации за вот эту самую простейшую распечатку. Итак, я зарегистрировался. Какие же плюсы есть, если вы бизнес-пассажир? Итак, первый плюс. Вам не нужно стоять в очереди и ждать минут 40. Вы идете себе в очередь отдельную для бизнес-класса и пассажиров премиум-карт Панорама и быстренько проходите регистрацию. Это раз. Второй плюс, который я понял, меня пустят в бизнес-лаунж, который мы сейчас пойдем смотреть, чего там кормят и поят. И третий, сейчас я вам покажу, там вон стоит, ну, наверное, сотни три человека, это очередь на час, а то и полтора. Для пассажиров бизнес-класса есть отдельный вход, который позволяет пройти это раз в 50 быстрее. Ну что, поехали дальше инспектировать? Вот они бизнес-лаунжи, здесь бизнес-лаунж мастера, здесь бизнес-лаунжи других авиакомпаний, сюда в том числе можно зайти по Priority Pass, а мы пойдем проверим, что там у МАУ. Короче говоря, что здесь вкусного, здесь неплохой черный американо, вот, есть какая-то еда, я ее не ел, потому что я не люблю такую еду, но в принципе, если вы проголодались, то можно что-то перекусить. Даже для любителей крепкого есть красное, белое вино, есть еще водка, старицкий, левицкий и виски какой-то, да, есть виски. Вот, и здесь для пассажиров бизнес-класса есть отдельный Wi-Fi, ну, который работает, в принципе, так же, как и все Wi-Fi во всех бизнес-лонжах. Нормально работает. А еще, друзья, если вы вдруг с утра забыли помыться, либо у вас там где-то вспотело, вы можете чего? Принять душ, поменять свои памперсы. Пойдем проверим, как же это. Мы находимся в душе. Мы моемся. Ноги. Можно? Мои голден гузы, я чищу свои голден гузы. Как вы видели, офигенный душ. Единственное, чего нет полотенец. Пришлось вытираться своим пальто. Кстати, для того, чтобы попасть в бизнес-лаунж, не обязательно быть пассажиром бизнес-класса. Вы можете просто иметь карту Панорама, накопить себе мили, вырасти до Панорама премиум пассажира, набрать там столько-то миль в год, и тогда вас будут пускать бесплатно в бизнес-лаунже в аэропорту Борисполь и в других украинских аэропортах. Тетя в бизнес-лаунже объявила негайно на посадку, прям сказала негайно, пане Буренок, на посадку. И я бегу на посадку,
Кстати говоря, вы знаете, что у МАУ 42 самолета, если я не ошибаюсь. Половина из них точно находится в лизинге. Средний возраст этих вот самолетиков 12 с половиной лет. Много или мало? А сейчас я на экранчике вот здесь вот, да, покажу сравнение всех остальных. И вы поймете, хорошо это, плохо ли это, или как-то еще. Так, у меня гейт D12. Это в самом конце. Погнали туда. Добро пожаловать на борт! Вы знаете, что из Киева в Рим всего летает 3 авиакомпании прямыми рейсами. Это МАУ, это Алиталия, это Вуэлинг. МАУ совершает 10 рейсов в неделю. Алиталия 7, Вуэлинг всего лишь 1. Да, здрасте. Здрасте, мы заходим в бизнес. Мы снова находимся с вами на борту, мы еще не взлетели, мы задерживаемся на где-то уже 10-15 минут, но это в пределах допустимого. Кстати, сейчас я вот здесь вот сверху выведу статистику по задержкам рейсов авиакомпании МАУ по этим рейсам, а также по задержкам конкурентов. Интересная информация. Так вот, в чем же еще состоит привилегия того, что ты пассажир бизнес-класса? Ну, во-первых, тебя забирают твое пальто, кладут его отдельно на вешалке, оно себе висит, и придешь, оно не будет помято. Это раз. Во-вторых, тебе приносят водичку, соки, какие-то напитки сразу же. Далее вам приносят свежую прессу, множество журналов, газет, всего остального. Мало того, вам разрешают, ну, не то чтобы разрешают, вам скорее не запрещают сидеть в наушниках, да, также вам не запрещают сидеть с ноутбуком, да, как я это делаю здесь вот со своим, ну и в принципе, пристегиваться, надо всем пристегиваться, это безопасность. Здесь два пилота. Основной пилот и второй пилот. Сегодня второй пилот у нас девушка. Думаю, такая же красивая, как и 1500 бортпроводниц авиакомпании МАУ. А бортпроводница вежливая. Вот как раз ко мне сейчас подъезжает, будет предлагать мне попить. Да, попить? Меня зовут Тетяна. Я коллега Юлія. Будемо вас обслуговувати. Хочется пропонувати выбор напоїв. Так, есть морс, лимонад, газированные напитки, вино белое, бело-красное, шоколадки, орешки, точно я помню, классные. Скажите еще, а если я пью? Если вы пьете... Если я пью очень спиртные напитки. Хотите вы тут виски, мэм? Ну, конечно, нет. Короче, сейчас мы проинспектируем, что тут побухать есть. Поехали. Джек Дэниелс, Глен Фидих. Еще есть коньячок Мартель, VSOP. Хорошо, для дам. Мартини Бейлис. Я не пью 4,5 года, но это рай алкоголиков. Я знаю, очень многие тащат это с собой, набирают 5 штук, раскидывают. Можно я с собой заберу, да? Летайте в бизнес-классе, да, раскидывают по карманам и потом выходят с большим количеством бутылочек. Ничего себе. Есть еще Бакарди, Бифитер. Короче говоря, полный набор алкоголика. Да, мне вода без газа, пожалуйста. Какая водичка? Эвиан, Виталий, Рачета? Сан-Бенедетто. Офигеть, Сан-Бенедетто с газом. Ничего себе, Моршинская без газа. Ух ты, я не ожидал даже Сан-Бенедетто. Напоминаю, друзья, мы инспектируем рейс Киев-Рим авиакомпании МАУ. Ну что, погнали инспектировать дальше? Орешки. Кстати говоря, реально вкусные орешки. Я в Турции за такими охочусь. Они такие пикантные и вкусные. Если их начинаешь есть, то питаешься до самого конца исключительно только этими орехами. Итак, питание на борту. Сейчас мы расскажем о том, что же здесь есть.
Если вы летите эконом-классом, неважно, сколько денег вы заплатили за свой билет, вас кормить не будут. Все, что, на что вы можете рассчитывать, это вот такая вот вода с газом или без газа. Вы также, если летите экономом, можете заказать себе прямо на борту какую-то еду. Есть панини, есть сникерсы, круассаны и так далее. Вот панини, например, стоит 4-6 евро. Панини с лососем 6 евро, панини с курицей 4 евро. Вам могут за 3 евро сделать овсяную кашу. Есть еще какой-то чикен суп, томатный суп за 3 евро. Чипсы, все это не полезная еда. Чай. Чай и кофе стоят 2 евро. Вот так. Не знаю, дорого, дешево. Наверное, нормальная цена. Во всех авиакомпаниях такие цены. Теперь, если вы гурман, или если вы хотите покушать нормально, вы можете заказать онлайн за 36 часов на сайте Мао какую-то еду. Вот здесь вот это все написано. Насколько я знаю, заказывает мало кто. Здесь какого-то модного шефа, который там все себе готовит. 10 евро стоит биф-филе с овощами гриле соусом. Качина грудка с рисом и соусом стоит 7 евро. Ну, вот есть разный выбор. А, интересно, что если вы питаетесь чем-то кошерным, это нужно заказывать аж за 50 часов. Короче говоря, чем кормят меня? Поят, вы уже видели, поят много чем. Это не только вода, это куча алкоголя, это чай, это кофе, это разные напитки. Для завтрака есть три разных варианта. Я выбрал себе запеканочку, да, круассанчик, какие-то сладости, фрукты. Есть еще омлет с сосисками. Есть еще какой-то а-ля пирог, пирог с лососем. Сейчас попробуем, вкусно это или нет. Ну что, начнем завтракать. Приятного аппетита! Интересный факт. В целях безопасности пилоты должны питаться разными блюдами, чтобы в случае, если одному из них станет вдруг плохо, второй смог бы заменить его. У каждого пилота свое именное меню. На многих авиалиниях принято подписывать каждый тормозок пилота, чтобы, во-первых, ничего не перепутать, ну а во-вторых, в случае неприятности тут же выявить, какая же еда была некачественной. Лосось очень даже вкусный. Запеканочка, я бы сказал, nice try. Не очень бабушкина, много сахара. Кладите, пожалуйста, меньше сахара. А вообще, я бы порекомендовал делать меню для тех, кто правильно питается. Не только кошерно, а еще и правильно. Принесли чаек. Пока принесли чаек, расскажу, чего у меня есть. А есть у меня вот такая штука, которую мы откроем, которая, это как привилегия для пассажиров бизнес-класса. И чего внутри? Внутри у нас есть беруши. Беруши. Беруши зачем? Беруши для того, чтобы закрывать уши от таких вот назойливых пассажиров, которые делают инспекцию, как я. Ставили себе ухи в одно правое ухо, ставили себе во второе левое ухо и спокойно не слышите вот этих вот назойливых болтунов. Что есть еще? Есть еще такая штука, которая называется «закроем глазки, будем спать». Не особо нас спасает, честно говорю, все видно. Есть еще классный подарок деткам — носочки. Зачем эти носочки? Мне кажется, эти носочки нужны для того, чтобы когда ты летишь откуда-то из командировки, купил кучу всего в duty free еще в магазинах, можно было положить подарки, ну, ко дню Святого Валентина, Николая, Новый год и так далее. И пойдем в этих носках прогуляемся по самолету. Вот. Так, вот летим. Так, у нас здесь вот люди что-то готовят, хранят. А на самом деле мы сейчас пойдем в тайную комнату, которая свободна. Кстати говоря, плюс бизнес-класса то, что ты не стоишь в очереди. Скажу вам честно, здесь не воняет. Смотрите, я благоухаю, здесь очень даже пахнет. Чистенько убрано. Ну, конечно, если тебе летит все, 5 человек в бизнес-классе, ну как же может быть по-другому, а? Андрюха, тебе нравится здесь? Да, это место мало, клаустрофобия! Мы сейчас проинспектируем, какое же расстояние между спинками кресел и какая ширина кресла. Итак, расстояние между спинками кресел в бизнес-классе составляет 79 сантиметров. Нормально, ноги мои влазили, было удобно.
Теперь посмотрим, сколько у нас ширина кресла. 42 сантиметра. Сиделось комфортно, плечи не болят. Я поместился. Ну, я стройный мужчина, поэтому и помещаюсь. Ну что, мы прилетели? Прилетели минут на 15 раньше, хотя и вылетели на 10 позже. В целом в полете были практически 2,5 часа. Дядя тоже хочет передать привет. Скажите мне, Юля, а я сильно вас доставал на этом рейсе? Нет, все было весело. Честно? Честно. Excuse me, may I ask you a question? Sure. How was your flight? Excellent. Really? Well, you're for money? Thanks. Good landing, good food, good people. Good people, good landing, good food. Nice to hear that. Thanks. Здрасте. А вот со мной пассажиры бизнес-класса. Скажите, вам понравился этот рейс? Все было или не было? Было замечательно. Может, чего-то не было? Нет, мы очень довольны. Да? Обслуживание и еда не такая. Вот так вот. А кем? А еще летали кем-то бизнесом? Да, летали. Кем? Раньше голландской авиалинии. КЛМ? Да. Со стыковкой, наверное? Да. Ну, да, понятно. Люганца. Ну, вот так вот. Вот так говорят пассажиры. А вон остальные ждут, чтобы их выпустили. Это у нас итог. Короче говоря, рейс был нормальный. Все слушались. Стюардессы вели себя замечательно. На провокации не поддавались. В туалете было чисто. Ничем не пахло. Еда была едой, напитки были напитками. Пассажиры возмущены, хотят скорее покинуть этот борт, потому что этот молодой человек, который все время разговаривает, что ходит, снимает, их уже достал. Вот. Прилетели мы вовремя, но все остальное смотрите в моем обзоре. Авиабилеты помните, где нужно искать? На Trip My Dream. Правильно, именно там. Я делаю только в этом месте. Чао, друзья! Мы с вами в Риме. Это был прикольный перелет, офигенный экспириенс. С вами был бывалый путешественник Андрей. Ну что, если вам понравилось, пожалуйста, поставьте свой лайк. Не понравилось, тоже поставьте дизлайк. А еще напишите комментарий, чего вам проинспектировать дальше. Оставайтесь на связи. Не забудьте подписаться вон там внизу. Arrivederci!